сегодня у нас получается 3 мая 2021 года. Температура воздуха где-то около 0 градусов. Солнечно, вообще классная погода на самом деле. Это у нас Самская деревня Мурманской области. Вот. Такие вот шатры, как раньше люди жили. То есть здесь показано. Там дальше получается у нас находятся песцы, лисы. Вот справа здание хаски. Очень классное место, очень красивая природа. Большие виды, так сказать. Там дальше слева находятся олени. Кататься попозже на квадроциклах, там еще что-то. Воздух чистейший, просто очень красивый. Сейчас посмотрим. Что у нас здесь будет? Вот они, хаски. Вот маленькие хаски щенки. Вот эти какие. Тоже подросли. Побольше. Да? Привет. Это у нас. Это у нас писец. Да, писец? Привет. И вон там с ним друг. Ой, ты что это такой грязный? Лежал что ли? И тут. Да, писец? Привет. Ой, белый какой. Милота. В общем, вот так вот. Природа шикарная. Животные, конечно, классные. Вот. Бешеный енот. Ребят. Вот. Чего ты там подкоп роешь, да? Подкоп? Ладно, пойдем дальше.